Сегодня в Первоуральске официально стартовал отопительный сезон. Пока тепло запускается по заявкам в образовательные учреждения, больницы и другие социально значимые объекты. Сегодня были уже подключены 36 детских садов, 18 школ, 3 больницы, дом ребенка и центр «Росинка». Запуск отопления в жилых домах будет производиться по установленному графику. Впервые в этом году была утверждена схема теплоснабжения городского округа на период до 2027 года, а также введены в действие новые котельные, которые ранее по непонятным причинам годами простаивали, не обогревая дома жителей. Администрация города все направления подготовительных работ держала на особом контроле. Ежедневно отчитывались управляющие организации, раз в неделю в прокуратуре проходили совещания с представителями ресурсоснабжающих компаний. Также были организованы информационные встречи с председателями городских ТСЖ. Школы, детские сады, больницы, заблаговременно проведя весь комплекс необходимых работ, были готовы к сезону задолго до оговоренных крайних сроков. За месяц до официального начала отопительного сезона более 60% жилого фонда было технически готово к подаче тепла. Сейчас можно уверенно констатировать факт. Первоуральск к отопительному сезону готов. На сегодняшний день мы можем сказать, что по объектам, которые у нас финансируются из местного, областного, федерального бюджета, все объекты полностью 100% готовы, технически готовы. Большинство из них готовы финансово. По жилому фонду, который отапливается через центральные котельные, через Свердловскую теплоснабжающую компанию, процент готовности несколько ниже, 98% на сегодняшний день.